Вот полянка со зверобоем, видите? Вот. Я из них собираю. Вот здесь прямо вот в парках они растут. Бери, никто ничего это. Вот зверобой. Пучочек огромных денег стоит. Пучочек 100 лир. Сейчас не меньше. Вот, пожалуйста, зверобой. Вот. Собери. Вот так берете. Вот смотрите. Вот я беру вот так. Вот это вместе. Вот так вот, чтобы не нарушить корневищу. Вот она, видите? Вот. Вот так. Вот корневище остается. Вот. Вот она берете. Потом пучочек и повесили дома. И она сохнет, хлеба не просит. Но желательно, конечно, ножницами или ножичком. Но она легко ломается. Легко ломается. Вот. И вот, пожалуйста. Вот они, видите как. Вот. Раз. Вот. Два. И букет готов. Вот. Я обычно поддерживаю одной рукой, но сейчас снимаю, поэтому вот, смотрите. Зверобой очень полезная трава, ребята. И она многолетняя. Она вот на следующий год, я приду сюда, здесь еще будет. Вот видите, корневище остается. Вот. Вот смотрите. Вот. И никакой ущерб не наносится природе. Вот смотрите, корневище остается для будущих урожаев. Вот здесь у меня выйдет буквально 3 огромных букета. Вот так вот.